Всем добрый день суток. Сейчас подостыла, кашка остыла. Сейчас пойду, буду их кормить. Ну и покормим вкусняшки. Я там косточки им взял. Ну вот, так что надо выпускать, ворот закрывать. Не был у стоматолога. Вот, так что приехал, сразу сейчас покормим. Вот. Они погуляют и так далее. Ну все, надо, не знаю, так, выносим. Сейчас солнышко вышло. Был мокрый снег небольшой. Блин, шапку надо одеть. А то у меня зубы совсем отвалятся. Опа! Никак, я хочу мангале приготовить. На этом, на печке борща. Не знаю. Все так, все мокрое, все летит. То снег, то дождь. Сейчас я их выпущу. Надо пойти ворота закрыть. Морды протокольные. Да? Сейчас ворот закрою. Так, ну что, погуляйте, пока солнышко, я приехал. Погода. С удовольствием печку завел. Прыг-скок. Прыг-скок. Чистенько все. Сразу за лохматень. Ух ты. Каюр, хоть орать. Прекрати прыгать. Прекрати! Иди, твоя подружка. Что ты через тянешь? Тр-тр-тр. Трещотка. Баклажка. Сейчас побегают. Все, иди ко мне сюда. Чез. Морды. Все, все, все. Гуляй. Все, взяли. Ахман сейчас уступит, вот вступила мелкой. Так, бегайте по туалетам. Пойду пошакалить. У всех пусто, каюр. Сейчас буду кормить вас. Обязательно. Сейчас покормимся. Да, купил я вам. Да. Это... Давайте сначала кашу поедите, потом я вам дам по косточке. Ливера чуть не трахея достала чуть-чуть. Больше ничего не было. Так. Хватит прыгать, Чеза, передо мной. Каша, каша, еду беру, да. Я им дал чуть сухого. На сухом сухим они не наедаются. Ждут кашу. Каюр уже в будке. Куда ты пошла? Это твой вольер? Нет, воровать не надо. Чеза он туда забежал уже. Вот какой вкусняш. Каюр,
Иди, потом будет по косточке, вам попозже погрызете. Да. Перекусите, потом погрызете. Желтенький, наваристый. Держи, чезуха. Правильно, сначала миску. Вот у нее манера сначала миску облизывать. Аж вкусные. Гречи, геркулес. Куриная обрезь. А что ты уши складываешь-то? Никто к тебе не... Две кукушки стоят. Контроль тебя, да? Я тебя прикрою. Да, все пусто. Злат. Все чисто и пусто. Так, опилки вам досыпать. Чуть-чуть. И надо будет ехать за опилками. Соломка чуть есть. Вот ты сегодня молодец. Вот, видишь, зашла к себе. А? Езжай. Капай еще, давай. Кушай, кушай. Злат, пойдем. Молодец. Держи. Чего? Чего? Сейчас я вам опилочек чуть сыпану, чтобы сырость чуть впитывала. Потом уберу и вывезу все в мешок. Ест хорошо. Кушай, кушай. Ты любишь такое. Ты заевшаяся. Ковер стесняется. Да? А, ты что-то облизываешь? Ты что-то носил туда в будку? Мальчик, иди кушай, кушай. Эй, мой хороший. Да. Морден. Так, где у меня тут опилки-то? Чуть-чуть, у тебя сухо все. Солома еще. Это чисто символически. То в еду попадет, нам не надо. Вот так вот чуть. Иди ешь, Каюр. Каюр, иди кушай. Ой, ты сыра. Ты у меня самая грязная по вольеру. Если спишь на краю. О, о, чудит. Все, иди кушай. Кушай, кушай. Бела. Давай чуть сыпанем. Хотя у тебя нормально. Так, чисто визуально. Чтобы если что-то будет, она... Забил. Во. Кушай. Не буду больше мешать.
Златкас. И тебя вот. Сейчас уберемся. У тебя чисто сухо. Ты молодец. Чуть-чуть подсыпем, чтобы полы. Все. Кушай. Кушай, девочка. Я сюда только сапоги переобул, сразу к вам. Кушай, кушай. Морда. Кушай, иди. Иди кушай. Он смотрит на меня. Морда. Гулять хотите? Опять дождик пошел. Вы сейчас же будете миски охранять. Я могу вас выпустить. Иди гуляй. Иди, иди, Каюр. Иди гуляй. Не, не пойдет. На охрану встал. Бесполезно. Все, я транспорт забираю. Как хотите. Злат, ты тоже не пойдешь? А? Ладно, я его поставлю в конце гаража. Таша борщ сейчас, скорее всего, будет сейчас дома варить. Все в кастрюле, потому что первый надо варить. Я и так сутки пропускаю с первым, а мне надо на всю неделю варить, а этот... А дождик погода не дает. Ну, шурпу в следующий раз сварю. Ничего страшного. Так что. Все, отдыхайте пока. Пойду я тоже разложусь. Вкусняшки, мясо ваше уберу в морозильник. Лодку надо домывать и убирать. Тоже я ее перевернул. Надо теперь дно помыть. Бока помыть и накачать, и вставить стоя или боком. Подвешу, может быть, он за ручку. Не знаю, поставлю. Так что не дает погода. Хотел вот приготовить. В казане. Надо убрать отсюда, помыть. Стекло что-то. Его специально обрабатывали, прогревали. Приготовил бы в печечке бы. Было бы вкусненько. Дрова вон сырые лежат. Боковой, снег, дождь. Поэтому... Оставим. Дома сварю сейчас. Так, томатную пасту купил. Ну все, пойду я тоже и готовить себе первое. Всех рад был видеть. Всем спасибо, что посмотрели. Такой перекус у нас. Потом будут вкусняшки. То есть косточки. Вот. Опа. Чуть не дал дрозда я на Попенгаген. Все. Пойду убирать ихний пакет с мясом. В морозилку. Сейчас он еще... Так, это мне документы. Это у меня... Это очень важно. Ну все.
Все, ждите, выпущу вас. Всем пока-пока, увидимся.